Вітаю, джентльмени! На очереді 16-й тренувальний день по Бронсону. І сьогодні ніяких нових упражнень не предвидиться, поэтому ми зараз швидко з вами пройдемося по списку і за діло. Я вже почав виконувати перше упражнення – це провисання на турніки. Слідом йде упражнення, яке я називаю «кокос». Потом рука за спиной, прорабатываем середину спины. Как обычно, это упражнение очень хорошо чувствую. Прямо аж до судороги сводят целевые мышцы. Потом гиперэкстензия с паузой. Подъем стула. И я делать буду его стоя в стульчике. Далее выведение вперед упражнения на переднюю дельту. Потом отведение назад. Задняя, соответственно, дельта прорабатывается. Потом отжимание. Как на брусьях, ноги закинув на стул. И потом прорабатываем ротатор плеча с помощью полотенца. Далее упоры на трицепс. В данный тренировочный день я сделал их очень мощно. Настолько мощно, что следующее упражнение, обратное отжимание с паузой, не смог выполнить 10 повторов. Все предыдущие упражнения также выполняются по 10 повторений. Или на каждую сторону, или если упражнение выполняется на обе стороны сразу, то всего 10 повторений. Кстати, возможно, не смог сделать именно потому, что добавил таймер. И по таймеру 10 секунд как-то, может быть, ментально, может быть, действительно физически тяжело вывозить. Ну, а возможно, это из-за того, что упражнение стоит предпоследним. Завершающее 12-е упражнение сегодняшнего тренировочного дня – это проработка широчайших. И в конце тренировки я смог завести нагрузку куда следует. В общем, вот такая сегодня перед нами стоит задачка. Тренировка, я немного отдыхал. Я старался делать одно за другим упражнение. За кадром оставил разминку тщательную. Как вы видите, я уже мокрый весь. Вспотевший, приступаю к выполнению основной части. После этого была раскатка, заминка. Так вот, вся тренировка, по сути, заняла около полутора часов. Основная часть, вот целый час. Обычно я говорю, что самое тяжелое, это отмонтировать, загрузить видео, обработать полученный материал. Но только тренировки Бронсона тут исключение. Здесь действительно самая сложная часть – это пройти занятие. А уже сколько бы там мне занимала обработка материала, сколько бы я не тратил времени на, так скажем, постпродакшн, это уже не важно. В общем, на сегодня, ребята, все. Оставляю вас наедине с занятием. Продолжаем идти к 28-му дню тренировок. Пока-пока.
Thank you.
Ah!
Thank you.
Yeah.